А літаральна праз гадзіну урачыстасці да стагоддзя ўтварэння гомельскай міліцыі працягнуліся ў калоннай зале палаца Румянцавых і Паскевічаў. Тут начальнік управлення ўнутраных справ аблаканкама Александр Васільеў уручыў узнагароды лепшым супрацоўнікам службы. За высокія дасягненні ў аператыўна-службовай дзейнасці ўзнагароджаны 50 чалавек. Яны атрымалі медалі, нагрудныя знакі, ганаровыя граматы і ўдзячнасці Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь і гомельскага аблаканкама. Такая церемония тут прошла упершиню. Завершилось мероприемство фотографованием на память и интервью с владельниками узнагород. Это гордость и, возможно, мечта с детства была служить в милиции. Поэтому, где Родина сказала, там и служим. Для меня, конечно, почетно. Я когда пришел в милицию, еще была только 72-я годовщина, а сейчас 100-я. Поэтому для меня это очень приятная дата, 100 лет нашей гомельской милиции. Тем более у нас, как бы получается, семейная традиция уже или династия получилась так, что супруга у меня проходит службу в отряде милиции особого назначения. Дочь подросла, получив высшее образование, тоже пошла по нашим стопам работать в железнодорожном отделе внутренних дел у нас в городе Гомеле. Поэтому это событие, оно бывает, как говорится, раз в 100 лет. Поэтому я рад, что дослужился до этой даты.